Израильские силовики арестовали двух известных командиров палестинской группировки «Хамас». Отмечается, что утром в Рамале были арестованы Джамаль Аль-Тавиль из Аль-Береха и Хусейн Абу-Квейк. В Шабаке подтвердили арест командиров «Хамаса». Арест двух высокопоставленных должностных лиц «Хамаса» Джамаля Аль-Тавиля и Хусейна Абу-Квейка является неудачной попыткой оккупации помешать пути совместных действий, отметили в «Хамасе». 15 других палестинцев были арестованы вчера вечером на территории Иудеи и Самарии в Восточном Иерусалиме.